видосик, ладно. Понял. Не пойдет, так удалю, не страшно. Не стримлю. А я удалю стримы последний. Да. Заебал, да. Да. Хотя начало было интересное, когда я турельку поставил наверх. Неординарное. Так, что-то где тут напарник. Так, а тут перезарядка автоматическая? Или надо каждый раз? Так, первая помощь. Нам надо идти, я думаю, надо что-нибудь на второй. Ощущение, как будто у меня графон какой-то такой себе. Блин, и фов что ли надо настроить было? Настроить? Никто нас не торопит. Сейчас, секунду, надо. Где тут как настройки графика? Первый раз вижу, чтобы меню загружалось. Так, 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 все высокое. Край так. Где фоф, интересно? Да. А, вон нашел. Так. Применить. И нам, в общем-то. А если ты нажмешь на букву Е, то у тебя магическое зрение типа активизируется, и там вот где это синенькое, это то, куда надо идти. Это как в Prey, короче, да? В старом. В старом. Ну, типа того, типа духовное зрение, да. Да-да-да. Так. Ага, карта есть. Как бы тебя еще... А, вот ты, я понял. С высоты он тут, если падает, сильно бьется. После GTFO я уже не экспериментирую, в смысле. О, смотри, тут ты видишь такие твари есть. Их нужно я сразу же отплавать. Ты там осторожней. Потому что в болото всякая тварь находится. Что я сделал? Потушись, потушись. А как потушиться? Там же типа нажать нужно. Но... А, понял, все. Нажать. Но... Так. Все. Как сюда зайти? Так, что за чувак там ходит, зомби какой-то? Зомби в моче. А, вот средний можно помещать, да? Да. А вот зачем я сюда зашел, я думаю. Так, куда нам надо идти? Прям там. Есть смысл их всех убивать? Не-а. Ну, хотя оно дает это опыт. Это при подсчете. Ну, ты сильно шумишь сейчас. Понял. Это как бы, наверное, не самое... Поначалу, наверное, это будет хорошо, а потом... ну, я имею в виду, что настреляет там зомбаков. Потом, наверняка, опыт... Будет лучше брать за эти, за выполнение квестов. Понял. Ага, вот мы к синенькому-то пришли, да? Так, синенькое, что там синенькое такое? Внизу лежит. Понятно. Вот смотри, какая тварь там, да? Вот его лучше... Четверочка.
ножичек. О, красавчик. Его лучше, да. Я на него кучу патронов. Патроны. О, смотри, вот такая хрень. Видишь, это типа подсказка какая-то, которая ограничивает район. Если ты можешь ее использовать, то используй, что ли. Нет, тут ничего не доступно. А, ну я уже использовал. Угу. Так, я, пожалуй, еще фов немножко подкручу. Давай. Мне кажется, тут должен быть босс, но не в этой сессии. Ну, судя по... Ничего не меняется. Ага. Судя по погружению. Сзади кто-то бежит. Так, наверное, двое с ножа. Ну, она просто с тесаком с каким-то бежала. Я решил уже выстрелить. Выучить навык. Какой-то навык выучил. Что-то нашел интересное. Да, вот здесь череп лежал, а ты не можешь выучить? Ладно. Пошли дальше. Или по всё, по этой дороге нужно идти. Кто-то стреляет. Обновлена. Она еще немножко отрезала, да? О, так. Здоров, запас здоровья по. Сняли. Слышу шаги.
Так, он падал, он тут. Я в углу зашкерился. Ну давай. Сука, что это за... Что это за... Я даже не увидел, откуда. Я тоже не увидел позицию убийцы. Откуда ты стреляла? Что это за пиздец? Ну, странно. Вот он стрелял отсюда, я сюда смотрел. Какой-то... И что дальше, интересно? А, ничего. Все, назад в меню. Что-то мы там настреляли. Да уж. Вот такая вот игра. Тоже убивает быстро. Это какой-то Predator Hunting Grounds. То есть, если неопытный хищник, то ты хоть с оружейными наркоманиями стреляешь. Да. А если опытный хищник, то он у вас быстро найдет и распотрошит. Как бы так вот. Да уж. Сессии там быстрые были. А здесь вот так вот. Интересно вот этот вот поиск такой вот, по крайней мере, какая-то часть. А, да. Да уж. Чё ты это? Короче, я понял теперь. Всё. Понял, как это, да? Ну чё, можем еще одну? Да, сейчас я только это самое оружие меняю. А где бабки мои показывают, интересно? А, вот вижу. Купить. А зачем? Я что, два купил, что ли? Сколько тут всего, а? Где? Не могу понять. А, вот. Значит, вместо этого мы берем... Винчестер. Заменить. Так, сейчас я почти готов. А как прицел купить, интересно? Арсенал. У тебя прицел же, да, на винтовке? Да, может быть. Ну ладно. Ну я это готов. Как бы отдельный вид. Угу. Ружья. Я готов. Вот.
Стоп, да. Из разряда ни хрена не понятно, но очень интересно. Да. Такая специфическая все-таки. Но пока мне нравится, как бы из разряда пару раз я запустил, и, в общем-то, вот это вот такой поиск на карте чего-то там, озирание по сторонам, хотя... По идее, я могу тебя поднять, да, получается, если тебя когда ранили? Я не знаю. У меня просто есть шприц с лекарствами и медпак. Наверное, что-нибудь из этого поднимает. Так игра прикольная, сеттинг мне нравится. Такой какой-то прям дикий запад, вестерн. Я люблю. Сразу вспоминается омерзительная восьмерка. Давно не снимали нормальных вестернов, кстати, современных. Да. Да. Как-то в шопе непонятно. Приготовь. Круто. То есть я думал, я взял с собой один пистолет и топор. Походу, я взял только топор. Ну ладно. Да. Да, весело, короче. Ну ладно, у меня винтовка есть. Так, все, куда? Сработало. Хорошо. Пошли на один. Пошли. Вероятность, что нам подставили джунку, поэтому... Вероятность файр-резиста крайне мала. Да, да, да. Так, тут какие-то птички. Обойдем их, чтобы не шуметь не зря. А, ты там прошел? Ну, ты справа, я слева. Чтобы... Прикрывать, если что. Тут кто стреляется. Да, кто там стреляет. Вот тут какая подсказка. Так, тут зомбарей. Ой, смотри, тут какой-то большой. Жирный. Я могу его топориком. Ну, это вряд ли. Думаешь, не стоит? Какие-то слизни ползают. Да, я. Вон, видишь? Ой, я могу его, кстати, поджечь. Его убил.
красавчик, то есть. То есть топором на этого проще идти. Нет, я в конце ему выстрелил в голову. Ну ты его покоцал, то есть я в свое время тут много-много стрелял. А, я кровотечение, у меня сейчас стопно. Давай. Так, можно мне помочь? Лечение. Лечился, да? Угу, все, да. Запас пополнил. Так, бегает, нет? Сейчас я как настоящий пират посмотрю в трубу. А вон ты зашел. Птичка. Кто стреляет, а? Это другие охотники стреляют. Носителя. А, понял. Я тебя этим самым поморалил, неизвестно. Красиво. Кто-то опередил? Вон, видишь, мы куда идем, там уже чувак то ли бьется, то ли... Или уже и изгоняет, ну, как бы, вытаскивает эту душу. Написано, идет изгнание, да, уже, значит, вытаскивает. Там по идее с напарником, да? Давай, дыши, не забывай. Какой-то бычары вон, собаки какие-то. Так, я пойду к тебе, тут какие-то зомбари в кустах. В
Ой, тут тоже. Сейчас я его закалю. Вон. Это прям беззвучная винтовка. Не, у меня наган с глушителем. А. Да. Че, через железную дорогу? Мы сейчас уже не успеем, да? Нет, ему еще свалить надо. Да. Со стороны от того, где он изгонялся, прилетело. Бегает рядом. Это я там впереди бегаю, нет? Да нет, ты далеко от меня. Ладно, я к тебе бегу. А видишь вот этот вот? Типа свет. Ну где горит, да? Это туда нам надо, да? Да. Оттуда мы уже не добежим. Ага, обидно. Ну, в смысле, обидно. Да. Обидушка. Обидушка, бля, да. Именно лицать. Так, я пока не совсем курил вообще, что происходит. Ну смотри, кто-то когда ты нажимаешь. Изгоняет? Да, когда ты нажимаешь Е, там такой, типа, мега ураган. Ну да, вот я вижу. Сейчас там изгнание идет, да? Да, там изгнание идет, а потом моргает, когда это тот, кто носитель, так сказать. Да, и потом этот ураган переходит на носителя. Там на короткое время ты, если ты взял этот темный дар, ты можешь видеть охотников вокруг. Но в целом, ну там на коротенькое время. Угу. Потом, значит. Да, мы срочно валимся туда, где светит ураган. Да. Бен. Может быть, или нас пострелят, или их. Так, тут мариная
Королева сверху. Ой. Могу поднять. Так, так, кто-то по мне стреляет. Сейчас надо подлечиться. Кто где вот? Ни хера непонятно. Я не понял, кто откуда стреляет. Ага, я тоже не понял. Он мне не показывается пока что. Так. Что, пошли на где самого? Но он меня убил. Вот падла. Ну понятно. Ну-ка, посмотрим, что он тут лутается. Я нажал наблюдать, и мне показывают от его глаз. Опять в кустики залез, падла. Ну, видимо, да, один идет за этим самым, за... За трофеем, а другой прикрывает. Ранг 11 уже, ясно, понятно, ладно, хрен с тобой. Куда ж ты идешь, негодяй? Можно еще F8 и F9 переключаться, да, между ними? Интересно. Ну что, еще разок? Ну давай. Что, тогда выходим в меню? Да. Подкинуть миссию. Слушай, а не слышно, как я ем? Интересно. Если ты будешь непосредственно хавать в микрофон, то я все услышу. Хорошо. Еда стоит, я не знаю, слышно, не слышно меня. Да нет, не слышно. Мне тут макарошки по-кораблевски. Час ночи. Часа ночи.
я хоть один раз выстрелил по кому-то. Уже радует. Этим долго. Ну, кстати, мне что-то разблокировали глушителем. А нанять охотников, это что имеется в виду? Это я себе могу типа скин поменять? Тут я не знаю, получается. Я не понял на самом деле. Угу. Какие-то охотники можно использовать, их покупать. Я вот что-то... Мне выдали какое-то, у нее единственные какие-то там эти прогрессы есть. А что это дает, черт его знает. Так, а что взять? Удушающая бомба. Подзорная труба. Так, сейчас, секунду. Я просто что-нибудь возьму получше. Набор первой помощи. Второй нельзя взять. В принципе, противоядие. Так, ну что, я готов. Я вот сейчас прочитал, внизу было написано, что сейчас включен режим новичка. А со временем он будет выключен, и при смерти охотника вы будете терять их навсегда. Угу. Интересно, что это значит. Типа вы обманули смерть. Какая-то присутствует, но потом они будут умирать. Это как в Диабле. Ты вначале играешь на этом самом, на обычном уровне сложности, а потом какой-нибудь Death Sentence, или как это называлось, я не помню. Но когда перманентная смерть. Играешь за бабёху. Ну да, друзья, это бредил. Thank you.
Да лошадь внезапно, ну, заорала. Это такое у меня, это у меня винтовка какая-то, что-то у меня прицел смущает, я как будто гранатомет какой-то. Нихера себе. Это чувак такой взрывной, что ли? Кто-то вот на 105 прямо оттуда звуки слышу. Ага. Ой. Я тебе не стреляю случайно сейчас? Нет. Я сейчас стрелял один раз. Зомби убивал. Так, а тут под мостом-то синий что-то светится. Под мостом? Ну вот рядом. Угу. Пойдем туда или нет? Да, я чуть потерялся немножко. Что-то в воде слева. Я в другую сторону смотрел, по-моему. Там босс какой-то. Осторожнее, ходи по воде. Так, я практически у цели. Ой, тут здоровяк какой-то. Зомби. Где у него голова? Это ты стреляешь? Это я, да. Игруха, конечно, интересная, тут есть где попрятаться, поохотиться.
А это что за заказник для фото? Подожди. Дойти вообще. А вот. В сторону. Ты стрелял? Нет, не я. Но в том направлении стреляет. Слушай, а когда кого-то одного убивает, а второй напарник жив, можно смотреть второму, где находится убийца? Нет. Интересно. О, смотри, видишь, там какая-то... огоньки какие-то. И там где-то я что-то не видел. Впереди что-то есть, вот здесь вот. А, вижу, вижу, все, теперь вижу. Интересно, цепочки не взрывоопасные? Я в бочку выстрелил. Зачем я это сделал? Ёб твою мать. Ёб... что происходит? Отстаньте. Так, мне тоже что-то там просто... Фу, всё, перестали. Такое чувство, что раз никто ничего не делает, то за... О, тут собаки дикие. То за нами просто охотится сейчас кто-то, да? Противник выбрал, видимо, тактику выжидательную. Никого не вижу перед тобой. Идем на 270. Угу, я тут сверху, с вершины смотрю за вот этими домиками, к которым ты подходишь. Так, тут дикие собаки. Или кто это? Кабаны? Собаки. Это церберы, 4 штуки. Осторожно. Вот они тут. Ты же видишь, да, пометки, которые я скидываю? Да. Они так хитро показываются, неясно. Когда напрямую смотришь, я... по боковым зрениям.
Так, тебе аптечка не нужна подлечиться, а то тут есть, если что. Где? Там, тут устреляется. А, ну тут далеко уже, да. Тут устреляется, да? Так, я нашел подсказку. Хорошо. Так, изучишь или ты мне? Раз ты уже подбежал, мог бы, наверное, сам, но не важно. Кстати, вот звуки с той стороны, куда нам надо идти, да, стрельбы? Да, да, да. Боезапас не нужен тебе, патроны? А, вот я не нашел, шел мне. Ну, я тут, а я не могу идти, патроны. Здоровый. Че там? Ну, монстр тут здоровый. Байду лучше. Тут какая-то речка, на второй берег бы перейти. Так, вот мостик возле меня тут, переход. Мне даже какой-то мостик. Ага. Я слышал, только звук, когда пуля рядом попала. Это ты там дерешься? Да, это я там стрелял по трону. А ты слышишь женские крики, не пойму откуда. Oh.
где-то на 165 вы. Да-да-да, я тоже прям туда. А я тут оттуда звук как раз и слышал. Совсем рядом. Жалко, здесь нельзя из-за угла выглядывать. Ну, насколько я понял, здесь нужно по кустам шариться. Да-да-да. Ну, судя по тому, что никто никого не вызывает, монстр пока не будет шариться. Ну, либо там еще какая-то группа. Может, и собой. Ну, да-да. Чисто ковбойский, да? О. Хоть там взрыв. Вот, вижу. Эрф Дерри. Метров. Это убийца. Интересно, с какой стороны? Я на прям на эту самую наверх смотрел. Я вот понял. В том направлении. Во, ага, вижу, идет. Вижу. Так. Как ему в голову попасть? Давай, покажись. Убежал. Я его убежал. Какое-то оно. Это ружье с глушителем, оно такое. О, кого-то еще подстрелили. Так, кто по мне стреляет? Убили. Кто, где? Достань до убийцы 34 метра. Кто-то сзади меня, слева. Осторожно, кто-то слева меня убил. Слева, да? Справа стреляет. Я слышал звук справа налево. Спасти рядового Райна. Я лежу как приманка. Ага.
Еще огонь. Бежим нахер отсюда, вам. Да не нахер, надо за этим бежать. Да-да-да, сейчас надо просто подлечиться. Давай. Бегом. Жить можно. Так, он, судя по моргающим этим, где-то тут. Там, где я, она там прямо это самое. Да-да-да, вот. Я через окно там залез. Вот слышишь звуки. Ты горишь. Да. Блять, что-то меня взорвать хотят. Раз так успел выстрелить. А чё зашипело такое? Интересно. Блин, чё-то как... Прикольно. Да-да-да. Отсасываем, но прикольно, да. Не, я просто стою за стеной, думаю, сейчас тут, слышу, что-то зашипело. Ну, ты, наверное, тоже слышал, если смотрел из моих глаз. Так, подожди, ты живой еще? Нет, я все. Все, давай тогда. Поздно, надо идти спать. Ну, если ты все, тогда ладно. Да, спасибо за игру. Тебе тоже спасибо, надо еще поиграть, мне понравилось прям. Интересно. Угу.